Всем привет! С вами ваш переводчик Асулхан. И сегодня у нас новенький. Зовут его Люк Фицпатрик. Это блогер из Великобритании. В комментариях мне писали о нем. И также он часто мелькал в нашем телеграм-чате. Кстати, переходите по ссылке, подписывайтесь. Давайте послушаем, что же он скажет. Всем приятного просмотра! Всем салют и добро пожаловать на очередную реакцию. Сегодня мы наконец-таки добрались до... Димаш. Этот парень постоянно появляется в комментариях и рекомендациях от всех вас. Вы все пишете, что я обязан посмотреть на самого лучшего в мире вокалиста, на самого лучшего в мире певца, и что нет никого, кто может быть лучше, чем он. Ну что ж... Я могу смело сказать только одно, что я очень-очень взволнован. И сегодня у меня выдался не самый лучший день. Но я надеюсь, что вот это сделает мой день в сотни раз лучше. И это будет моя первая реакция на него. Никогда не слышал о нем, знаю только, что он поразительный вокалист. Это будет моя первая реакция на Димаша. Вы готовы? Ну так давайте начнем. А где субтитры? Здесь нет субтитров? К счастью, мне как-то по барабану. Если он споет что-то на другом языке и я это не пойму, ничего страшного. Вы же знаете, мы здесь и не такое слушали. Главное – это оценить талант. Для этого мы и здесь. Вступление с этим сердцебиением. Люди, да у меня нет слов. Я не знал, чего здесь ожидать. Я не знал, что этот парень из себя представляет. Он, походу, какой-то оперный певец? Я не знаю. Но это... Я не знаю. Какого... Совершенно прекрасный голос. Как? Я, блин, сейчас здесь разревусь. Боже мой, это так эмоционально. Я как тряпка. Такой, блин, чувствительный. У меня шапка поехала. Для всех новеньких на канале я вот немного такой. Немного мягкотелый. И мне много не надо, чтобы прослезиться.
А его голос удивительный. 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 Я не знаю, это звучит как... Я думаю, эта песня могла легко быть вступлением к Бондиане или что-то в этом роде. Это поразительно. Я никогда не слышал подобный вокальный диапазон. Никогда. Никогда. Если вы хотите знать, какую музыку слушаю я торчу от heavy metal. Но сейчас я пытаюсь открыть для себя другую музыку со всего мира. И вы порекомендовали мне Димаша. И это просто вау. Если я начну плакать, извините. Спасибо вам. Я остановил это, чтобы просто сказать спасибо. Я просто хочу сказать вам сейчас огромное вам человеческое спасибо. Если бы не вы, то я бы не познал так многого в мире музыки. Я думал, что знал, что такое музыка, да нифига я не знал. Я никогда бы не подумал, что буду слушать такую музыку и таких артистов. И это вы открыли для меня этот новый мир музыки, которую я не знал, что полюблю. Так что от души душевно в душу спасибо вам за ваши рекомендации. И спасибо, что сопровождаете меня в этом путешествии. Без вас я бы здесь не оказался. Полагаю, это все. Думаю, это все. Да. Ладно. Мне нужно время, чтобы собраться. Я... Что за голос? Что за голос такой? Что это за голос? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, не знаю, во что я вляпался. Я без понятия. Я просто смотрел на это с открытым ртом. Извините, если реакция получилась скучной, но я даже не знаю, что мне сказать. У меня после таких артистов язык заплетается. Я просто смотрю видео и не знаю, что сказать. И... Я ни Бэ, ни Мэ, ни Кукареку. Вау! Я никогда прежде не слышал такого вокалиста. Я лишь однажды в жизни был на опере, и то это было здесь, по месту. У меня был только этот опыт до этого момента.
Этот голос, уровень мастерства и талант, и труд, который был положен для этого, как и природный дар, который есть в этом голосе. Я не верю тому, что я только что услышал. Я просто не верю своим ушам. Я всеми силами пытался не распустить здесь нюни. Я говорил себе, не поддавайся эмоциям, не принимай близко к сердцу, все будет хорошо. Это была настоящая красота. Всем спасибо за внимание, спасибо за поддержку, которую оказываете каналу. Всех люблю, всех обнял. Пока.